В преддверии Пасхи овощи и яйца вырастут в цене. Таковы прогнозы Минэкономразвития, опубликованные на сайте ведомства в еженедельном мониторинге. До празднования главного христианского праздника остается чуть больше месяца, и это подстегивает продавцов переписывать ценники. Пока они прибавили немного, с начала года 0,2%. Средняя цена десятка яиц – 43 рубля 52 копейки. А вот что из продовольственных товаров дешевеет, причем устойчиво, так это курица и свинина. С начала года они потеряли в цене 3,6% и 2,7%, подсчитали в Минэкономразвития.